Подводку запишем. Давай. Ну подожди, что? Какая запись? Короче. Короче, друзья, всем салют. Блин. На, подержишь. Всем салют, это вторая часть этого видоса, нашего батла, нашей зарубы. И сейчас, сегодня, сейчас все будет выполнять мои задания. И в первой части мы сказали, что за каждый невыполненный элемент мы выполняем наказание. То есть я не выполнил эти элементы в этой части, в этом выпуске мы выполняем мои наказания. Если ты не делаешь, то мы выполняем его задание, короче. У нас есть, для этого я взял вот эту тему, чтобы составить такую штуку, чтобы хоть одно наказание он сегодня выполнил по-любому. Поэтому, друзья, мы начинаем этот бешеный ролик. Поехали. Сегодня Никита не выполнил одну мою связку на этом турнике. Поэтому сегодня он будет выполнять жесткое наказание. Ну как жестко, ну относительно жесткое оно. Я постараюсь придумать ему хорошее такое наказание, потому что расслабляться нельзя вообще. И мне надо будет, получается, кинуть мне ручку. И получается, мне надо будет потом... Никита, что ты думаешь по этому поводу? Сегодня будет, друзья, я надеюсь, что я сейчас составлю такой батл, что сам, блин, еле смогу сделать. А ты думаешь, я все выполню, все твои связки, как думаешь? Ну, возможно, возможно. А как говорится, кто не рискует, тот не пьет вино. Да? Вино не пьем. Сними с этого парня. Пьем только воду. Пьем только воду. Ты что-то записал уже, да? Я вижу, так, ты что-то записал уже. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Я говорю, мужик, отдохни. Впереди еще одна съемка. Но он слишком сильно любит свое дело. Друзья, вот так надо заниматься и любить свое дело. Этот медведь приближается. А? Мозоли рыжат жестко. Ну я и говорю, отдохни. Смотри. Видишь, да? Там они внутри уже все ханаем. Че, друзья? Я вам уверяю, вот это будет настоящее шоу. Тёма, ты не представляешь, реально, такие мысли меня еще ни разу не посещали. Просто. Что там, жестко? Что, ты готов? Да, готов. Серьезно, готов прямо к реальному испытанию, да, своей жизни? Да, готов, чё? Мне ты что-то жестко загадал. Ну тогда начинаем. Такого ты точно не ожидал, я тебе клянусь. Сальтух не будет, будет жестче. Идем сюда. Так. Говори, что ты готов, и ты все пройдешь до конца. По-любому. Готов. Я постараюсь все сделать качественно. Начинаем, блин. Готовьтесь, посмотрим, реально. Будет мясо. Ну чё? Поехали. Начинаем уже с полосы препятствий. Готов? Твое испытание называется полоса препятствий. Видишь все это? Вот все это ты пройдешь сегодня. Короче, это, первое. Это тупо мне все надо сделать, да? Это еще не все будет. Поэтому первый канат. До самого конца затронуть он ту же леску и назад. По канату? Да. Сейчас музла нарубим нормального. А что, друзья, поехали? Поехали? Давай. Было. My breath, my blood boils overnight. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. Дальше кольца, передний виз.
Сколько фиксация? Я его плохо делаю. Фиксация секунда. Нормальный передний вис, фиксация секунда. Стоп. Еще раз давай. Смотрим. Все оцениваем, друзья, давай. Пойдет, делай дальше. Рукоход на согнутых руках. До куда? До конца? Вот до этой штуки. На согнутых. Важный какой хват. Смотри, держи. Ага, понял. Не важно какой хват, вообще без разницы. Стопори. Опускайся. Сюда, смотри. Да. Позволи, все. Она. Так. Подтягивание, рукоход. В смысле? Смотри, держи. Давай. Становишься? Угу. Ногами трогаться можно? А? Ногами зелеными трогаться? Нет. Слезаем. Я пошлю объехать. Куда? Да. Дальше, друзья. Короче, твоя задача залезть сейчас ногами на вот эти вот штуки. В смысле? Как? Без разницы как. Вот так вот, что ли? Без разницы как, залезь сюда, главное. А вот это, да? Да. Именно, чтобы я встал? Да, да. Проходишь ее до конца ногами. Слазишь. Без разницы как. Спрыгиваем. Поехали. Дальше идем. Брусья. Давай. Отжимания, да? Здесь, короче, мы не делаем. Знаешь, здесь, туда. А, хотя давай вот так лучше сделаем, смотри. Давай. Короче, как удобно, понял? Ну, короче, я должен пройти просто... Да. Как удобно, можешь раз сделать и прыгнуть. Можешь сразу же прыгать. Давай, слезай здесь дальше. Смотри дальше. То есть раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Поехали. Так? Да. Дальше здесь, да. Все, в принципе, на этом закончим. Красава. Сегодня он был хорош. Что, как ощущения, честно? Ощущения... Что-нибудь да. Забилось или вообще нормально все пока что? Не, ощущения, ну дыхалки что-то не хватает. На рукоходе сложновато там было. Посмотрим. Да? Вообще, именно понял, вот здесь вот эти части. Прям холодно, когда... да? Не холодно, прям когда их хватает, меня прям вот так вот чуть-чуть рвет. Мозоли очень. Ну все, давай, попей воды и давай дальше, к следующему. А следующее... А следующее, друзья, уже начнется нереальная фигня. Поэтому у нас зарядка кончается еще. У нас зарядка кончается, делаем все по-быстрому. И вперед. Давай быстрее. Полетели. Надеюсь, мы успеем. Короче. Ну чё, бро? Держи.
Что-то на кольцах, да? Я сам надеюсь, что не поеду. Выход, да? Да. Охренеть, блин. Вытащил еле как. Давай, да. С самого начала прям этих. Да. Пойдет. Я даже, по-моему, чище сделал. Да. Ладно, потом перейдем к самому жесткому, наверное. Последнюю попытку даем мне, короче. Ладно, короче, надо встать на секунду стойку. У меня я ничего не придумал. Секунду? Да. Чистую на секунду. Три. Давай. Раз. Два. Не. А? Нет, чистую секунду. А? Друзья, оценивайте в комментарии сами. Делаем так, смотри, если я сейчас с первой попытки делаю чистую одну на секунду, вот так вот, как я показал, то не засчитываем тебе. Если я не делаю, то засчитываем. Договор? Давай, давай. Все, сделал чистую. Я? Да. Не засчитываем, то есть тебе. Первое наказание готово. Едем дальше. Так, смотри, короче. Теперь такая фишка, бро. Идем сюда. Помнишь, я тебе говорил, отвернись? Что теперь? Да ну, а? Мне так же сделать? Давай еще одну попытку, посмотрю. Давай. Три попытки. На канате. Да.
меня ровнее было? А? Я не знаю. Надо ноги наверх закинуть. У тебя так же, как-то так. Прям наверх. Давай вот как там сделаем сейчас. У тебя еще одна попытка осталась? Еще две давай. Так, просто надо... Прям ноги наверх. Прям ноги наверх. Нормально, в принципе, ну-ка еще раз давай. Ну делай прям. Ну, можно. Ты должен видеть ноги свои. Да. Я так их видел. Эти флажки знакомая моя тема. Давай. Выше. Пойдет, ладно, засчитываю. Штаб? Да. Все. Ну это было сложно. Так. Полоса пройдена. Канат. Так, флажок на канате пройден. Стойка с выходом на ноги. Это была стойка обычная и кольца. Ну что, я тебя поздравляю. Че, все что ли? Ты выполнил все. Рассчитывалось на не намного, конечно. Ладно, хорош. Все. Я старался, ребята. Я сказал то, что я буду до последнего топить. Вот, мой результат. Подписывайтесь по-любому на этот канал. Стопудово. Если вы не подпишетесь, я не знаю, кто вы вообще такие. Ладно, друзья. Всем спасибо за просмотр. Это был батл. Если вам понравилось, обязательно мои задания. Задания Тёме в прошлом видосе. Что пишут в комментарии. Напишите в комментарии обязательно, если вы ждете чего-то супер интересного еще, будем, скажем, разом улучшать и стараться делать лучше. И по наказаниям. Короче, друзья, мы придумали невероятную идею. В общем, сейчас мы идем туда, где много людей, правильно? Да. И я в толпе сбрасываю себя худак, сбрасываю себя футболку и начинаю отжиматься. Начинаю отжиматься вокруг просто невероятно большого количества людей. А тем не менее, потом мы садимся в маршрутку, и Тёма начинает себя сбрасывать тоже свой худак, свою футболку и отжиматься тоже прямо в маршрутке. Прямо в маршрутке, это вообще... Понимаете, возможно, это возможно, вообще возможно поменяем, возможно поменяем. Задание? Да, типа твое задание поменяем. Не знаю, но я с этим согласен уже так-то. Это и так уже жестко. Ну ладно, подумаем. Короче, собираемся, друзья, и валим в город. Поехали. Ну что, друзья? Мы дошли до меня. Подзарядить камеру, потому что она садилась, и опасно было идти с разряженной камерой снимать. Поэтому мы поели. Мы заряжены. На позор, да? Мы заряжены на позор. Он залипает. Он залипает. Пацаны, не лезьте в ТикТок нафиг. Снимайте ТикТок, но не смотрите, потому что ваша жизнь пролетит вот так, блин. С чего это? Ладно, короче, мы собираемся, и впереди нас ждет разнос задницы просто. Никогда такой фигни не делал, точнее. Впервые, блин, будет. Где мой кот? Вопрос. Это ты? Это не он. Все, друзья, собираемся. Присутствует легкий мандраж. Я представляю, каково Тёме. Потому что у него маршрутки, блин. Я представляю вообще. Чего у тебя вообще было? Что думаешь? Как что сказать можешь? Мандраж у меня вообще дикий, прикинь, просто в маршрутке. Такой дес просто. Прям мандраж. Да. Но у меня ноги дрожат, если честно. У меня типа здесь как-то душевно. Замирает ухо. Да. Это понятно. Если что, я напоминаю, мы никакие не пранкеры, мы никакие, блин, не эти, не дурачки. Мы просто выполняем наказание.
поэтому не принимайте нас близко к пранке. Поехали. Прям на площади все это делаем. Give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Да. Вроде бы. Ну я сюда не выпаду. Короче, друзья. Не, реакция такое было. Сейчас скажу, что по ощущениям. В общем, прям в самые последние секунды я просто выключил голову нафиг. Я понял, что не так много народу, во-первых. Во-вторых, типа я вспомнил одну большую истину. Мнение людей и сами люди, которыми ты не приходишь, а в кругу не меняют тебя никогда. Поэтому не стоит обращать внимание на тех, кто будет обращать внимание на тебя. Плевать абсолютно, Тёма. Твой черед. Так-то, по факту. Теперь ты, я тебе скажу. Когда ты уже в действии, это вообще хайп. Прямо тебе отвечаю. Тебя натуре. Ну, готов? Да. Ну, давай, решай ты сам. Давай, короче, прям на центре, вон на том лифте. Hip-hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rockin' up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't gonna make friends. Slowing down, keep on going till I'm back. Nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm back. Nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, cause their mind's been infected, and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and... Все. А мы снимаем видео просто. Да, да, да. Типа того. Ну что? Все, наказание, наказание. Наказание я свое выполнил. Ну не в маршрутке, конечно же, но все равно, короче, да, мы по факту выполнил. Да. Мы нашли, короче, место, которое самое, типа, такое распространенное. Но у тебя много людей, пацан, смотрело, реально. Вообще? Да. Прям нормально. Что, все смотрели, да, наверное? Ну, плюс-минус. Почти все. А в машине смотрю? Да. Смотрели? Да. Да? Ну, все, короче. Наказание закончили. И сегодня один закончу. Хотя нет. На этом это видео завершается. Что да. Скажешь вот напоследок? Напоследок скажу то, что у меня дикий мандраж. Я вспотел. Мне дико неловко вообще. А так, по ощущениям, это тоже легко вообще. Да. Когда начинаешь делать, уже все, понеслось. Короче, друзья. Это была вторая часть.
Всем. Всем. Всем пока. Да. Давайте, все. Полетели. I ain't worried about you, I ain't here to make friends.